Что касается того, глубинных процессов, которые проходят в самом народе, то я считаю, что когда творили Кулаковский с Аюнским, 99,9% народа Саха, оно проживало в Якутии. Сейчас мы имеем феномен глобальной диаспоры народа Саха, который 10%, практически 10% от народа проживает за территорией Якутии. И это, в общем и целом, очень квалифицированный интеллектуальный кадр. И если вот отталкиваться от вот этих вот двух вещей, которые я перечислил, то тогда для управления судьбой народа Саха можно предложить новую треугольную модель, в которой каждая составляющая народа, она будет иметь на столетний горизонт свою задачу, но только их взаимосвязанные общие усилия позволят достичь светлого будущего. Первое, значит, это сельское население, то есть сельские представители народа Саха. Их задача на столетний горизонт – это поддержание демографии, поддержание численности народа, потому что не секрет, что сейчас 60% живет в городе, и рождаемость в городе намного ниже, чем в селе. И если этим не управлять, то через 100 лет мы будем иметь минус 100 тысяч от численности народа Саха сейчас. Поэтому село должно сохраняться, оно должно поддерживаться. Первая его задача – это демографический рост. Вторая его задача – это сохранение традиционного уклада и традиционной культуры. Это тот корень, из которого весь народ питается. А вторая часть народа, 60% сейчас, это проживающие в городах. И их задача быть все более и более тесно интегрированным в экономику Российской Федерации, чтобы получать справедливую долю горной ренты и на это развивать Якутию. Вот. В области культуры их задача – это так называемый неотрадиционализм. Они должны полностью переосмыслить всю культуру народа Саха с точки зрения проживания в городе, потому что это другой уклад, это другие подходы, это другие ритуалы и, возможно, другие смыслы, которые в них закладываются. И третья часть тоже очень важная – это 10, а может быть, по моим оценкам, в столетии это станет 20% от численности народа Саха. Это глобальная диаспора, которая живет в России и за пределами России. Задача этих людей для поддержания связи со своими корнями – это обеспечить доступ к передовым технологиям, которые есть во всем мире. Это стать инноваторами в какой-то области, да, но я считаю, что наиболее перспективны это инновации в области биотехнологий. И второе, это в глобальной культуре, уже в мировой, развить кусочек, который был бы связан, этнокультура, который бы связан с народом Саха. И вот только вот эта треугольная модель управления судьбой народа Саха, она даст будущее, которое, по моим оценкам, но я как экономист могу сказать примерно так. Значит, население Якутии будет чуть более 1 000 000 человек. Количество, ну то есть численность народа Саха, она должна из этого 1 000 000 быть половина, то есть 500 тысяч. Вот. При этом глобальная диаспора, возможно, увеличится до 20%, то есть до 100 тысяч, которые живут в ближнем, дальнем зарубежье в России.